ЖД зайчик, наверное, да? ЖД свин сладенький. Тайцким пусик. Пусик один. Один зайчик. Где он есть? Где-то прячется, вот. Нема мамки, ждешь, да? Мамка сказала, что прийде. Вернется. Я тебе ласка пробуду сейчас. Сейчас почешу тебя. Ты тут спал, тебе тепленько тут, ну? Тепленько моему сладенькому. Да? Интеллигенты, мой хороший. Мамка за тебя питает. Каже, як там пусик мій? Як там мій пусик? Ну, пусенько, питає мамку. Питає. Питає. Пошли кушатки тобі дам. І водичку поміняю, пошли. Ой, господи, помилуй. Так, зараз я... Сказала мама, вилить там супи які-то, лимон виливай, все виливай. Так, це не треба забрати. Що ти тут, канадяне? Щоб я прийшла, суп вилить. А що вилить? Я не знаю, що робити, куди вилить. Я зараз посмотрю, що в унітазі твориться. Видите, она не проходит вода. Вот так вот тут. И еле-еле стекая. Сейчас я побираю зайчика. У тебя вчера это она немножко, по чуть-чуть уходит. Если бы там вот это если бы упало, оно бы ну, не так бы, та вода быстрее бы уходила, если бы там какой-то освежитель упал. Не может быть. Это что-то... Что-то кинули туда, это никакая не подстилка. Да, мой сладкий, да, мой сладенький. Я тебя сейчас и почешу. Все сделаем, зайчик, все сделаем. Так, ладно, ребятки, я выключаю эту, буду делами заниматься. Вызову, наверное, сантехника. Ну что ты, мой красавчик, а? Мой красавчик. За мамкой скучаешь, да? Ты привык до ней, ты с ней спал. А сейчас нема мамки. Взял ей носки, взял трусы, она попросила побольше. Взял тапочки такие. Вот, это то, что женщина передала, я так понял, это то, что свети нитки. Вот какие-то такие препараты. Не знаю, что, но... С черникой, что ли? Какие-то такие живая клетчатка с лецитином. Не знаю, что это. Клепцы. Надя сушки передала. Ну, хай будут сейчас на кухню поставлю. Так, кто-то звонит. Вылил бутылку белизны в унитаз. А, Ира звонит. Ируся, да. Ага. Знаешь, как недовольна. Это с полпятого, я говорю, раньше звонила, говорю, да с полпятого уже задолбали и то и то. И то берут, и то берут, и анализ такой. И то берут, и все берут. Короче, я говорю, ну ты ж не на курорте, говорю, ну как это? Сейчас буду есть капусту, да лягать, наверное, ну спать. Вот, или что там тебя доктор слушал? Слушал, я к нему, да, я дождался, обход закончился, я подошел там же с другой стороны, где чистая зона. Я говорю, как? Она говорит, ничего, хорошо, температуры нет, все хорошо. Ну, типа... Да, она тоже сказала, что все хорошо, сахар вроде бы был 14,7. А, сегодня утром? Да. Но ей кололи своим... уже два раза инсулин. А я знаю, своим она взять не может, палец проколоть. За расстройство ему сказала, он сказал, ничего не надо. Ну да, он сказал, да, что... Ничего. Ну так, в принципе, ничего. Так, ничего, все, только вот это, что задолбали ее. Короче, недовольна, что и сильно много. И кардиограмма, и рентген. Да.
Питала за пусика. За що? За пусика спрашиваю, як там пусик. Конечно. Ну ничего, хорошо, пусть немножко, конечно, в дитяну приймет. А то сидит дома, ну, как бы ничего не делает, она потеряла вообще связь, как узнаешь, сама сейчас она и куда. Ну да, и надо адаптироваться немножко, с людьми, да, с, немножко, коммуницировать. Мозг, коммуницировать мозг с людьми. Что ты? Иди, иди кушай. Иди кушай. Ну, так ничего, так ничего. Ну, Ирусь, скажи, что ты там, скажи. Шо, красавчик, уже глазки чистенькі у тебе, да? А хто тобі їх почистив? Не знаєш, да? Ох, так і да. Зараз я тебе почухаю трошечки. Давай, зайчик, зараз. Ти не должен мучатися. Ти не должен страдати, да? Буду чухати, буду чухати. От так. Ти ж любиш. Ти мій контент главний, там сказали, що пусіки мама, щоб він знімав. Да, зайчик? От так. Сейчас будем чухать. Сейчас будем тебя чухать красиво. Да, конечно. Конечно, мамка прийде до тебе. Прийде. Да, ты молись котячому Богу, проси его. Да, він поможе. Вот так. Вот так. Ой, а любе чесаться. Такий вже ласковий, такий вже він так, такий, мама його розбалувала таким чесанням. Да. І мама чеше, і Зіна чеше. Да. Ой, такий. Да. Отак тебе будемо чухати, отак. Він тільки бігає, зараз буде лягати. Отак, да. Ну що ти должен страдати, скажи, да? Що я должен страдати? Мене чухайте, пожалуйста. Розмурчався, ребята. Розмурчався, да? Розмурчався. Мамку жде. Як печка. Мурчить. Синтезатор, як транзистор. Попісяв, покакав. Я до тебе вечором ще прийду з тобою. Буду гулятися. Да. Отак. Отак, мій сладкий. Ну, все нормально, дождемося. Дождемося, мамку прийде. Ще натикає всім. Мамка ще не здасться. Не в этот раз, не зайчик. Як хорошо почесав він. Надо мамі якісь журнали прикольні купити, щоб вона читала. Ну. Все хорошо. Бачиш, як нікого нема, так де людей зразу лащишся. То прийду, а ти носом крутиш. Прийду, а ти прячешся від мене, а? Я ж люблю тебе, зайчика. Тоже тебе люблю, звісно. Ти ж мой кот. Ти мамкін кот, звісно. Мамкін. Да. Мій красивий. Що ти сказав, що... Глянула на пусика, точно лісу Тетяна Васильевна. Неужели? Пусик такий красивий, да? Як мамка. Красивий мальчик теж, да? Я все уберу тобі лишню шерсточку, уберу. Все. Пошли кушати. Пошли. Мама каже, це я йду на кухню, він слідом. Я туди, і він туди. Ну. Пошли. Ти ж умний, зараза. Ти ж умний пентюх. Да? Да, умний. Ну, а глазки покажи, які хороші. Які хороші, витриму спонжиком. Да, красиві. От вони, які красиві. Ой, такі красавіць. Ах, такий красавіць. Ну, така файна у нас брусничка. Така файна брусничка. Така файна у нас брусничка. От він такий файний. Іди кушай, іди пий, водичка свіжа. І корм свіжий тобі насипаю. Давай, зайчик, кушай, пий. Да, бо я зараз піду, зайчик, мені треба йти. У мене ще й репетиція. Поэтому всю водичку буду пити.
ему все поменяв, чашечку помыв. Умничка. Так все, ребята. Оставлю ему свет, наверное. Вылил туда бутылку. Не знаю, белизны, что она даст. Куплю еще крот, там люди советовали. Но я знаю, что крот хорошая штука. Оставлю ему свет в коридоре тогда. Тут выключу. Кажется, что без света, без света. Так, маме взял там еще перекись, то, что она пьет. Так, так, так. Ну, вроде все. Другие еще тапочки взял. Как черти. Да шо, дурдом. Ты бежит, ты бежит, господи. Ты маме взял, да, такие? Ну и хорошие. Хорошие такие штаны, какие будет удобнее. Кофточка, да? А как она через голову, да? Это я фрукты взял с сетки по палате маминой. Одна синяя, одна черная. Ну, она сказала, мне черную не надо, такую кусь. Светленькую. Какой был размер? И одна вот такая вот. Ну, ну ничего, хай буду с длинным рукавом, хорошая. Там и тапочки сейчас. Позвать к окошку. Звоню ей, она разговаривает. Опять звоню, разговариваю. Когда звоню Ире, думаю, наверное, с Ирой. Точно, Ира разомоляет. Я же хотел, чтобы она к окошку подошла, где она там. Там палата вторая, чтобы окошко хоть глянуть. Як она там. Хожу теперь, как сука, балка. Викторами, блин. Фу, завез там курей штаны купил. Это соседка у нее там лежит. Я говорю, соседка не диабетик. И говорю, фрукты передам. Знаете, чтобы она общалась, чтобы нормально было. Так, сейчас еще раз маме писать. Вот мандяка с Ирой не на мандяке. Сейчас Ире буду звонить. Может, до Иры дойдешь, надо трубку положить. Ну, я недоступен постоянно. Не знаю, она мандяка сейчас с Ирой. Я приехал в больницу, передал там вещи, какие хотел, чтобы она в окошко выглянула. Чтобы глянуть, где она там, что. Она не мандяка, ей звоню занята, у Иры звоню занята. Ну да. Да ничего, вроде как нормально, я днем разговаривал вот перед театром. Ага. Ну вроде нормально говорит, что там укол в живот делали, кроворазжижающее вот это. Потом что... А вон она звонит, Эдик, подожди, я тебе перезвоню. Алло, мам. Да.
заплатив, що хотів? За квартиру, мам, сьогодні вони не можуть, тільки завтра. Тільки завтра. Чуєш, а ти можеш до окошка подойти, я подивлюсь, де ти є. Ага, можу. Подойди до окошка і постой. Добре. А я тебе найду, бо я не знаю. На туалет тобі скажу. Помниш, недавно у нас була така проблема, забитий, нічого там не було, крім пісок, що мама. Кидаємо. А тоді хороше було, і ми отмінили того. Мама, то, за, то був забитий бачок, а це забитий сам унітаз. Понимаєш, то різні речі. Да-да. А, сумочку. А. Я тебе не бачу. Зараз буду искати. Подожди, ти стой у окна. Так, поки не вижу. Третій етаж у тебе? Телефон не виключать? Ні-ні-ні, не виключай. Ні, не виключай, стой. Так, а де ж ти є? Стоїш у окна. Руку вверх підняла. Подожди, не бачу. Зараз я з тої сторони обійду. Стой пока, бо воно ж здание здорове, я ж не знаю, куди окна виходять. Руку підняла. Та хто знає, куди вона виходить? Ну так подожди, мені ж треба обійти здання, я так не можу швидко. Окна, окна, Люда каже, во двор. До дерева? До откуда? Дерева? Зараз, подожди, ну стой. А от я тебе бачу, мам, да, бачу. Бачиш? Да. Ти мене бачиш? Да, ось я, бачиш? А, огоньок от, да, 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 це я. Ага, от, от, от. Я бачу. Давай. Ага. Ось тут я, над вікном у мене батарейка і моя тумбочка. Ага. Я дала тобі, ти понакупляв капельниці всякі, ето. Всякі розтвори, вони тут 100 лет не надо, то що надо, вони колять. Хорошо, мамка, добре, давай, ложись, віддихай. Передала, не надо мені нічого. Добре, мам, слышиш? Тут не надо нічого. Добре, слышиш, а ти телефон віддала чи що? Да. А, мені віддала? Тобі в сумку. Да. А, так ти не по цьому розговорюєш телефону. А по якому? Я думав, ти по тому розговорюєш, що віддала. Я... А, по чорному, ти по чорному, да? Да, да, по Київстару. Ну все, мам, я пішов уже, давай, отходь от окна. Давай, спасибо, все. Чуєш, а ви там упражнення делаєте з жінкою вдвоєм? Да делала я делаю, потрошки дышу так. Її заставляй, все. Її заставляй, хай подымається ходу, лежать нельзя. І ти должна, мама, от это випити з чайника, то, що я тебе привозив. Да п'ю, п'ю, це все убрав, нафіки його тут. Одну банку оставила. Ти гаряче, гаряче пей. Да, я гаряче п'ю. У мене вже третя чаша стільки осталось менше, я більше випила. Ну давай. Зараз гаряче, гаряче. Давай, добренько, мам, все, потім позже позвониш, давай. Спасибо, давай. Колі, привіт. Хорошо, давай. Зеленка позиспрятала, спринпосада дзвонила. Ага. Тоже. Угу. Ну все, давай, добре. Давай, давай, пока. Давай. Так, сейчас еду, я дам вам заветить, пожалуйста. Ой, она с Людой раззнакомилась. Фу. Поехали, просто. Алло, Самулька? Ну да, Эдик, в общем. Ой, подожди. Передал ей все, что это. В окошко выглянула. Ну, до окошка подошла. Нашел, где она лежит, палату. А то также не знаю, куда окна выходят. Ну, ничего, вроде она нормально, да. Ну, слава богу, слава богу. Тебе хорошо все будет. Тебе надо было раньше, я не договорил тогда прервал. Раньше в больницу надо было сразу. Ну, я их понимаешь, я ж ее сразу, только она анализ дала лабораторный, я в тот же, на следующий же день, это когда было 31 или какого числа, я сразу повел сюда же к врачу, договорился, чтобы ее послушал врач, понимаешь, врач вроде хороший, все. Он послушал, говорит, не переживайте, ничего страшного, там двигаться, ну, пить, все. Вот, ну я сказал, что это анализы сбрасывал, потом вторые анализы через 3 дня сделал, потом КТ сделал, и уже когда только у нее настала температура, у нее же температуры не было, потому что, ну что, думаю, ввести в больницу, мало ли. Ну
Омикрона, там уже дельта, хирельта, понимаешь, еще. Еще хуже пациент. Ну да, я так все думал, что обойдется, обойдется. Когда раз у нее температура, ну и он говорит, госпитализируйте, я же бегом, бегом и все. То есть только у нее первый день температура, я ее положил. Понял, Сумочка. Слушай, это сколько она уже, вот как коронавирус, то, что тест подтвердился у нее? Ну, по-моему, 31 числа. Это уже 8 дней, да, получается? Ну, где-то так, да. Понятно, понятно. Ну, я думаю, все, еще дня 2-3, и как бы уже можно будет думать, что лучше или как. Ну, да. Понятно, сейчас самый такой... Самый такой период, который вот показательный будет, если оно на улучшение пойдет, значит, что нормальное лечение подобрано, значит, что хорошо. Понятно. Ты дома на работе? Да, только ж от нее, Эдик, я ж сюда приехал только. А-а-а. Мне передавала и штаны. На машине, на с Колей едешь? Вместе, да. То я ж Коля, штаны привет, купил, привет, Коля, привет. И там, да, привет тебе, Коля. Я тебе тоже штаны передавал, это, то кофты купил две, то трусы, памперсы, вот я ей взял. Там еще кое-что, тапки из дома, то кислород, что напила, то шлю... ну, короче, такое, то, ну, что ей надо, уже, да. Да. Она отдала то, что не надо мне, вот, так, все такое. А с врачом ничего не разговаривал? Разговаривал, да? Сегодня, да. Сегодня, когда что утром он ездил, она, ну, он сказал, что все нормально, все хорошо, что? Все, температуры нету, все нормально, ну, дай бог, чтобы все так и было, как бы. Да нормально уже будет. Да дай бог, не температура. Хочется, знаешь, радоваться заранее, не хочется, знаешь. Ну, мамка, слава богу, она крепкая, чего только не было у человека, да? Ну, понимаешь, оно чего только не было, а вот такая гадость прицепится, что не дай бог, знаешь. Ну, будем надеяться. Добрый, Эдик, давай, привет всем. Ну, хорошо, хорошо, давай, Сабулька, тоже всем привет, хорошо, давайте, счастливо. Пока.